Перепутала педали газа и тормоз. Ангарчанка сбила пешехода и с ним на капоте въехала в стену дома. 18-летнего молодого человека прижала к стене. Очевидцы помогли пострадавшему выбраться. ДТП произошло в минувшую субботу в районе ДК «Современник». Как сообщает «Живой Ангарск», женщина за рулем иномарки перепутала педали тормоза и газа. Молодой человек доставлен в больницу. Полиция уточняет обстоятельства происшествия.